Всем подписчикам привет моего канала YouTube. Так, вот такой у меня обзор попутных свалок. Это у меня по пути было порядка 10 свалок. Так вот я заехал, у меня что-то на первой свалке попалось. Принтер был. Я его разобрал просто. Снял плату, снял. Тут кондерчик хороший, тиристоры есть, предохранитель. Можно кое-что распаять. Потом был монитор, но он уже был разбитый, медь вытащил, но плату оставили. Как бы тоже пришлось ее скрутить. Это монитор LG. Тоже можно детали попаять. Кондерчики сломан. Такой вот мониторчик. Потом мне, значит, все, на одну заехал, походил. Такой приемничек попал. Микром. Это луковый приемник. Пути мне еще попалась вот такая большая тарелка. Еще на одну свалку заехал. Где-то диаметр метр вместе с конвертером. Потом, значит, на следующей свалке мне попалась сразу мешок с 5 спутниковыми ресиверами. Тут у нас такой вот приемничек. Глоба, этот непонятно какой, крышечки потеряно, континент и китайский чинчон. Они у нас были распространены для приема спутников Ямал. Заехал еще на свалочку, там был разломанный телевизор кварц, с которого взяли медь, также там плата остались на месте. Бокс светности. Тут вот только КМ-ок сразу вижу очень много. Омского производства телевизор был кварц. Тут все от него кварц. Все это поломано. Повыламывали тут все пожирнее. И второй телевизор мне попался в сборе. Пришлось мне самому разбирать. Этот телевизор был Витязь. Вот это с двух телевизоров. Это тоже от кварца. И вот такая еще плата. Это болгарская, не знаю от чего. Со светодиодами. Видно, что транзисторы болгарские. Тут походу какое-то производство Болгария. Что-то какого-то оборудования, наверное. Ну и еще вот такая светомузыка, которая флешки проигрывает. Тоже разбили, а брать нечего здесь. Как бы. Ну, такой приемничек мне еще на последний попался. Урал Авто 2. Довольно часто их выкидывают. То у меня уже за нынче уже второй такой приемник нашел. Так, ну и еще у меня такой вот заехал на одну свалку. Вот такой раритетный телевизор Рассвет, уже разбитый, кинескоп целый, у него не отломлено ничего, но он уже заржавел, сгнил где-то в сарае, стоял, и его выкинули. Где-то он на деталях 66 год, 12 месяц, ну 66-67 год, наверное, скорее всего, выпуск. Вот такой вот телевизор. Тут защитное стекло стоит, каленое, в случае взрывоопасности кинескопа. Вот такой джойстик еще попался, обрезанный. Как у ресиверов, тоже все шнуры обрезаны. Такой обзор находок. Это по пути попало 10 свалок. Все, что удалось найти из электроники. Всем пока.